может быть, говорит только об уровне наших хоккеистов. Вы же понимаете, что в НХЛ просто так не приглашает. Даже вот подписание Кузнецовым контракта, да, не маленький контракт на долгое время. Ну, с одной стороны, это радует, потому что это все-таки те, кто представляет Россию, те игроки, которые выросли у нас и уехали. С другой стороны, конечно, хотелось, чтобы они играли в нашем чемпионате, и болельщики приходили и смотрели, и радовались, какие. Поиграть в НХЛ на том уровне, да, это тоже определенное достижение. Если взять историю, то не у всех это получалось, понимаете? Что вроде как бы здесь ты показывал определенный результат, а поехав в НХЛ, там ты не мог перестроиться под ту жизнь, под те правила, под те требования, которые там. Вот. Ну, желаю просто удачи этим ребятам, которые поехали, чтобы у них все сложилось. Ну, мы же гордимся, да, Цук, Малкин, Овечкин. Мы же гордимся этими хоккеистами, которые играют в НХЛ. И мы же всегда понимаем, что они наши хоккеисты. А? Но при этом вот, есть такое мнение, что, может быть, запретить уезжать в НХЛ. Вот сейчас Вячеслав Фетисов как-то говорил, что ограничить, точнее, не запретить. Ну, может быть, по возрасту я с ним согласен. Потому что если в 17, там, 18, 19 лет уезжать, да, это одно. Если когда ты уже немножко состоялся как хоккеист, да, там, то это совсем другое. Ну, чтобы вот запрещать уезжать, я бы против этого.